Алматинские пенсионеры отправились в очередной 135-й по счету поход к власть имущим. Такие экспедиции с челобитной к государевым мужам они совершают с завидной регулярностью 30 числа каждого месяца на протяжении 12 лет. Эксперт-тепловик Сара Нурдубаева много лет говорит о том, что тарифы на тепло в южной столице сильно завышены. Тариф должен быть 444 тенге, 38 тыин, а мы платим 5220 там. Это получается, вы уже видите сами, превышение во сколько раз происходит. То есть все потребители зоны АПК бывшего переплатили за это время только за счет завышения тарифа. 1 миллиард долларов. Люди недовольны и поведением однопартийцев Нурсултана Назарбаева. Президент возглавляет не только Казахстан, но и партию Нур-Отан. Оказывается, здесь вот это, в Нур-Отане есть вход для черных, вход для белых. Какой-то в Америке когда-то у расистов было. Но, правда, они ориентируются не по цвету кожи, а по социальному положению. Сегодня они открыли дверь. Зато все сбежали. Не пускают, да? Пенсионеры дожидаться особого приглашения не стали и продолжили высказываться уже в кабинете у руководителя общественной приемной Нурланбека Ажибаева. Практически каждый месяц 30 числа встречаемся здесь. А есть какой-то результат ваших встреч? Ну, какие-то вопросы решаются, какие-то, может быть, требуют решения, где-то, значит, рассматриваются. Ну, конечно, совсем без ответа это письмо не остается. Суть ответов партийца сводилась к тому, что Нур-Отан выполняет роль бесплатной почтовой службы между гражданами и государственными структурами. Какие конкретно вопросы были решены, осталось непонятным. После 20-минутного общения визитеров вежливо выпроводили из кабинета. Да, это друзья народа. Мне надо этот суд какой-то. Недобитки сталинские. Наградив партийцев нелестными эпитетами, ходоки ушли готовиться к очередному 136-му походу.